Укладывали газовые трубы и нашли гранату. В отделение полиции города Шуя поступило сообщение о том, что в земле рядом с жилым домом обнаружено устройство, похожее на взрывное. Инженеры техники регионального ОМОНа обследовали находку и установили, что это ручная осколочная австро-венгерская граната времен Первой мировой войны. Снаряд хоть и сильно поврежден коррозией, но представляет реальную опасность. Взрывотехники Росгвардии определили, граната содержала 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Опасную находку уничтожили на одном из шуйских полигонов. Гражданам, которые обнаружат какой-либо предмет, схожий с, в их понимании с инженерными боеприпасами, рекомендую не трогать, а вызывать сразу же сотрудников полиции. Инженерные боеприпасы такого плана как бы срока годности своего не имеют. Взрывчатые вещества сохраняют свои возможности боевые.